Друзья, всем привет! Итак, как вы помните, у меня засохли краски, и я хочу испробовать вот такое средство. Значит, это росчинок без запаха, растворитель без запаха. Пишет: творчесть начинается с идеи. Я с этим не согласна. Но тут есть такой вот момент, что предназначен для разведения красок, а не растворение. Вот это вот мне интересный момент. Итак, что ж, давайте попробуем. На данном этапе мне нужна 10-я краска и 16-я. Начнем с 16-й. Значит, я тут, поскольку, извините, у меня ремонт, потому ногти просто под корень срезаны. Ну, в общем, пробуем растворитель. Хочу вам показать. Это акриловые краски, которые уже засохли до состояния резиновой. Ну, еще немножечко тянутся. То есть, как вы можете видеть, немного они еще тянутся. Ну, я думаю, что ситуация обрисована. Я не представляю, сколько необходимо добавлять, потому добавляю, как повезет. Значит, открываем растворитель. Ну, конечно же, немножечко, чтобы все не испортить. Значит, в растворителе тут 125 миллилитров. Может, надо было немножко мимо, и я не уверена, что это хорошо. Так, масляный, по ощущению. По ощущениям, это масляный растворитель. Вот у меня есть деревянная. Вот у меня есть деревянная палочка. И ею я буду разминать, пробовать растворить эту краску. Я некоторое время помешаю, потом покажу вам, что получится. Итак, дорогие друзья, вот я уже некоторое время мешаю эту краску. Краска с растворителем не смешивается. Растворитель отдельно прозрачный, краска отдельно. Но резиновая составляющая, как это сказать, акриловая составляющая все еще есть. Видите, даже тонкие вот такие пластиночки, тоньше бумаги, или как раз как бумага, все равно не растворяются. То есть даже если бы я его измельчила, ничего бы это в корне не поменяло. То есть этот растворитель подходит только для разведения красок, которые еще не совсем засохли. Если же они уже полимеризировались, то все. Ну, будем искать следующие методы. С вами была Нина Насанс. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. До новых встреч.